добро пожаловать! Вы самые первые пришли. Да, еще мы ждем всех. Спасибо, что вы пришли рано на съемки. Съемки музыкального фильма. Ну что, это первое место, где мы будем снимать сегодня. И я надеюсь, вы готовы, потому что съемки будут идти всю ночь. Да. Наверное, до 3 утра, может быть, вообще до того, как солнце поднимется. Посмотрим. Так, у меня запись, что вы говорите по-русски именно, да? Русский — это не мой главный язык, но я все равно вам попробую объяснить, как все, чтобы вам было комфортно, удобно и чтобы все было приготовлено к самой лучшей, великолепной съемке для вас. Так, мне нужно будет сделать кое-какие вещи. Вам, например, немножко волосы причесать, потому что мы начинаем сначала с гладкими волосами, а потом будет сцена с более, не знаю, как сказать на русском, ну, непричесанные волосы, да. Так что это мы здесь снимаем несколько сцен. Это такой домик здесь, и история в музыкальном фильме, как по-русскому ролик, фильм, ну, вы понимаете, музыкальное видео. Значит, история здесь, что вы начинаете вечер здесь, в этом домике, и вы будете иметь парти, вечеринку с друзьями, и потом ваш любимый человек приходит, кем вы интересуетесь. И потом мы будем снимать под звездами в пустыне. Будет очень красиво, магично. А потом мы сделаем сцену, ну, по истории, следующая сцена. Потом вы просыпаетесь на той кровати, и у вас тогда будут волосы не причесаны, чтобы показать, какая у вас была великолепная ночь, и вы всякие путешествия и развлечения имели с вашими друзьями. Так что здесь у нас это такой домик специально для съемок. Здесь как бы сделано под 50-е годы. Здесь сделано под 50-е годы, потому что фильм сам, история во фильме, она происходит в прошлом. Так что здесь все сделано с этим намерением, чтобы чувствовалось, как вы в другом мире, в другом времени существуете. Так что это будет очень интересная, классная съемка, я думаю, вам очень понравится. Так что давайте я вам покажу. Там у нас такой специальный свет, сделан специальный свет, чтобы когда вас будут там снимать, будет такой розово-фиолетовый оттенок, будет очень красиво. А потом вот здесь, вот на этой стороне, там делают волосы, макияж для всех, кто придут. Потом за этим гардероб, и там будут вас одевать в разные наряды, костюмы. А здесь диван, и у нас гитара. Раз вы сказали, что вы умеете играть гитару, то раз вы умеете играть гитару, мы будем делать одну или две сцены, где вы будете с гитарой. Но вы не должны ее по-настоящему играть, просто держать
комфортно, как будто вы знаете, что вы делаете. Так, давайте я вам покажу сейчас. Так что надо просто вам держать гитару, как будто вы знаете, что вы делаете. Не так, как я держу, но вы понимаете. И вы можете немножко играть на мелодии. Это не совсем важно, потому что будет играть же песня, которую мы записываем для этого ролика. Так что... Про мелодию не надо беспокоиться, просто имейте фан, развлекайтесь и больше как притворяйтесь играть на гитаре, но аутентично. Знаю, что на кастинге вас уже померили, но я должна проверить несколько вещей для гардероба, если нужно им что-то поменять, изменить. Так что, возможно, что будет шляпа, так что мне нужно немножко вокруг вашего лица. Можно, да? Хорошо. Хорошо. И вот так вокруг вас, да. Прекрасно. Окей. А теперь плечи вокруг вас. Давайте вдохнем вместе и выдохнем. Да, очень хорошо. Прелесть. Окей, а теперь давайте вокруг, я не знаю, как по-русски называется это, талия. Давайте талию сделаем быстренько. Я быстренько запишу для гардероба. Теперь давайте я вам немножко поправлю волосы. Конечно, придут скоро люди, которые делают гардероб и макияж, волосы профессиональные. Но сначала мы будем делать тесты про свет. Специальные тесты. Тесты, правильно, да, или эксперименты со светом и с камерой.
со светом из камеры для вас. И для этого поможет, чтобы волосы были почти сделаны и чтобы не было чтобы лицо не блестело. Я сделаю такая пудра, прозрачная пудра, чтобы со светом было лучше, окей? Здесь возьмем пудру такую. Окей, вы можете закрывать глаза. Сделаю немножко пудры вокруг вашего лица, чтобы ничего не сияло слишком сильно под светом сильным большим. Хорошо. Так, хорошо, давайте тихонько сделаем. Так, немножко на лоб ваш немножко. Да, прекрасно. А теперь на подбородок. Да, очень хорошо. И теперь на нос немножко, да. Все. Окей, и на щеки. Да, каждую щеку. Да, такая большая мягкая кисточка. Давайте повернитесь немножко, посмотрите вот здесь, за мое плечо, вот так, чтобы я со стороны немножко вас могла видеть, хорошо? Да, значит, вот здесь мы еще добавим. Так, вокруг носа, немножко на щеку, да, прекрасно. Так, а теперь давайте поверните голову вот сюда, на левое плечо, смотрите в ту сторону. Хорошо, давайте так. И вот сюда кисточка, так. Окей, давайте посмотрите, пожалуйста, в центр на меня, вот в эту сторону. Окей, давайте посмотрим, есть этот. Окей, может быть, можно еще вот здесь добавить. Да, здесь немножко добавить. И даже вот здесь немножко можно. Очень хорошо. Прелесть, абсолютная прелесть. Да, прелесть, все. Так, теперь. Давайте немножко причешем вам волосы. Так, начнем вот здесь сверху. Вот здесь сверху. Да. Так, причешем назад немножко волосы, да. Очень хорошо. А теперь вот с этой стороны, так. Все разгладим, расчешем. И теперь давайте вот здесь чуть-чуть сделаем тоже, здесь тоже, чтобы все гладко было, да, хорошо. Очень-очень хорошо. Окей. Я вам немножко поправлю руками, просто чтобы было
Совсем все правильно на месте. Сейчас все причесано, 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 все причесано. И теперь все будет тут уже гладко. И вот здесь, с этой стороны тоже. Хорошо. Все выглядит абсолютно правильно. Так что я думаю, мы начнем где-нибудь вот здесь, рядом с диваном. Наверное. Мы начнем на диване, так что я подвину эту подушку, и вы садитесь прямо в середину, и мы тогда, когда все придут скоро, мы можем начать свет и камеру на вас делать. Но есть еще несколько минут, если вы хотите, вот там вот за углом на кухне, там есть разные вкусные изделия, там есть, что там? Салаты, там торты, мороженое, по-моему, да, всякие вкусности, и ужин, и десерты, и разные вкусные напитки. Так что у вас есть время туда пойти, а потом вы сядете и будете отдыхать на диване, пока будет делаться свет и камера, а потом вы пойдете в гардероб и вам там наденут ваши костюмы, хорошо? Окей. Так что если у вас есть какие-то вопросы или что-нибудь надо, вы, конечно, меня найдите, я здесь буду вокруг. С новыми людьми, которые приходят, которые с вами будут съемку делать, и я буду их подготавливать к нашему вечеру. Так что, ну, в любой момент, если вам что-то надо, есть какие-то вопросы, вы просто меня спросите, я буду здесь вокруг всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь, хорошо? Так, значит, если вы хотите со мной пойти, я